Всем привет! Сегодня разберем такой важный элемент в теннисе, как разножка. Но для начала давайте разберемся, что же такое разножка. Разножка – это небольшой прыжок вверх, выполняемый обычно в широкой позиции ног. Иногда разножка может быть простым подниманием тела на носках вверх, так называемая пружинка ногами. При разножке корпус спортсмена смотрит вперед на соперника, а колени на приземлении сгибаются. Зачем нужна разножка? Разножка необходима для более быстрого реагирования ног на смену направления движения. Без нее старт спортсмена с места будет гораздо медленнее. Когда ее выполнять? Обычно разножку выполняют за долю секунды до удара соперника по мячу. Так, чтобы в момент касания соперником мяча вы находились немного в полете и уже могли менять баланс тела и положение стоп в нужном направлении для резкого старта. Однако временной тайминг разножки бывает немного разным в зависимости от темпа игры. Нужный тайминг разножки очень важен в теннисе. Он, как и чувство мяча, приходит с опытом и количеством. А теперь я предлагаю вам посмотреть два крутых упражнения для отработки разножки. Но прежде подпишись, поставь лайк, поддержи канал. Стараемся для всех любителей тенниса. Первое упражнение. Теннисист встает за палку и в момент, когда тренер отпускает мячик из руки, делает прыжок через нее. Дальше, приземлившись, стартует по направлению к мячу. Выталкивание в разножку идет с двух ног. Если у вас нет палки, можете использовать линию из мячей или просто прочертить ее на грунте. Второе упражнение учит нас семенить ногами и выталкиваться в разножку не с двух ног, как это было в первом упражнении, а с одной. Как только теннисист добегает семенящими шагами до края палок, он делает разножку. Тренер в этот момент отпускает мяч игроку либо под право, либо под лево. Выталкивание у спортсмена, скорее всего, будет с одной ноги. И далее старт к мячу. Зачастую в игре бывает так, что ваш баланс тела находится не по центру, в момент, когда надо сделать разножку. Тогда и происходит выталкивание не с двух ног, а с одной. Отработав разножку с близкого расстояния, можно переходить к отработке ее, когда тренер вводит мяч через сетку, и потом также в игре. Своевременная разножка – очень важный элемент в теннисе, о котором нужно всегда помнить, и даже если ноги ленятся, заставляйте их работать. Только так будет прогресс. Ты ее прям вверх делай. Всем спасибо за просмотр, а я не прощаюсь. Увидимся в интернете.